Ну, там подписчицы спрашивают, да. Как там. Ой, спасибо. Мама, как здоровье у родителей. Ноги не ходят, а все равно вот лезу в огород. Мне все равно надо. Мам, у тебя огородная болезнь. Да. Но главное, чтобы без обид, мам. Без обид. Обид никаких. А что у тебя в кадре один козырек? Кого? Один козырек в кадре. Лица не видно. Пузырек. Какой пузырек? Козырек. Ну, хоть довольные, недовольные? Конечно, довольные. Как же недовольные? Довольные. Все, кормила нормально вас? А? Ну, еще бы ты да плохо кормила. Так, сейчас посмотрим, что там делает мамусик. Мам, что ты делаешь? Фасоль собираю. Фасоль собираешь? Что? То вырастили, то вырастили. Ребят, хорошая фасоль. Она черная, вот эта фасоль. Она как бобы. Крупная черная фасоль. И цветет красиво, как декоративная изгородь. Но, а вот это мы... Еще не созрело. Ну, ведерко соберешь, наверное. Нет. Нет? Да, еще молоденькая. Но надо будет все равно потом оставлять, да, на семена? Ну да. Все равно где-то пропустишь же. Останется на семена. Их и надо-то штук 10. Ну, ты вон расскажи про... Хорошо. Про смородину. Обрезала вот она, ну, смородину. Обрезала смородину, да. Всю старую опять вырезала. Не знаю, что будет с ней. Ну, будет что-то. Что-то должно быть, да. Вот видите, вон там кустик прям хорошо так обрезанный. А этот вообще прошлый год пропавший был. Вот оставалось здесь вот три ветки. Вот, угу. Вот три ветки были. А это вот новое все наросло. Но оставила так на всякий случай. Вроде здесь прирост вот есть немножко. Оставила. Вот прирост. Посмотрим, что будет. Прищипнула. Но... Прищипнула все. Обрезала макушки. А надо прищипывать макушки? Да, боковые, чтобы побеги дал. Чтобы вот так вот были веточки. Вот. На них будут ягодки. Надо вот будет, мы же хотели прикопать. А? Пару веток прикопать. Ну, это надо с весны прикапывать. А, с весны? Сейчас уже поздно прикапывать. Я, ребят, в эти дела не лезу. Смородина. Как бы как ее обрезаю, что. Когда... Тоже особо-то тоже не знала. А вот смотрю этих блогеров. А что у тебя в кадре один козырек? Кого? Один козырек в кадре. Какой козырек? Козырек. А, козырек? Лица не видно. Пузырек. Какой пузырек? Козырек. Они у нас уже практически сколько, 6 дней. Привезли их в понедельник. Хоть душой отдохнуть. Но... А камера у меня была дома, привезла, вот сегодня зарядила ее и немножко вот поснимаю. Сегодня они уже домой едут. Ну, хоть довольные, недовольные? Конечно, довольные. Как же недовольные? Довольные. Все, кормила нормально вас? А? Ну, еще бы ты да плохо кормила. Ну, главное, чтобы без обид, мам. Без обид. Обид никаких. Ну, там подписчицы спрашивают, да. Как там. Ой, спасибо. Мама, как здоровье у родителей. Ну, то что... Немножко, потихоньку. Всяко бывает. Да, мы стараемся изолироваться. Я вот болела 2 недели, тоже боялись. Как бы. Все равно такая ситуация, что страшно. Да, неспокойно. Сотрудница, вон мама заболела коронавирусом, в автобусе ездила на дачу. И у нее пропала память. Как бы выжил человек, пожилой человек, 73 года ей. Вот. А память пропала у человека. Так что вот такие осложнения. Не дай бог, конечно. Не дай бог. Да. Всем здоровья, никому не желаю, чтобы болели. Будьте здоровенькими. Больше на воздухе. Побольше физическим трудом занимайтесь.
Все какое-то развлечение, я уж сегодня говорю. Ноги не ходят, а все равно вот лезу в огород, мне все равно надо. Мам, у тебя огородная болезнь. Да. Что ж теперь сделать? Огородная болезнь. Хоть, может, и не нравится, но я делаю все равно. Потому что я вот как душа у меня отдыхает прямо. Я вот с землей и вожусь, и кажется, вот, не знаю, больше мне ничего не надо. Ну вот как ты уговорила отца, неизвестно, конечно. Он все у нас не хотел никуда а он и не хотел и... выходить, выезжать. И стонет, и по сейчас стонет. Поэтому нужно побольше изолироваться, хоть душой отдыхать. А это бесконечное нытье, бесконечные жалобы. Я сама никогда стараюсь не жаловаться никому. Ну, поболит, перестанет. Чего же, сейчас старые мы становимся. Организм уже изнашивается, это всем понятно. Ну, надо как-то себя немножко держать, поддерживать. Ну, главное, этот, как его, позитив и настроение. Да, настроение. Оттуда будут силы. Все равно надо создавать самому свое настроение. Конечно. Как ты сам себя настроишь, так оно и будет. Так оно и будет. И окружающим рядом с тобой будет легко, и тебе самому будет легко. Поэтому... больше всем позитива. Молодец. Так что? Как вот ты себя настроила на сбор бобовых, так оно и пошло у нее уже вон. С начала того забора и уже практически в конце. Вот так, ребят. Немножко надо шевелиться. Здоровья будет больше. Ну вот, плоды труда. Фасоль сажала мама. Да, посадили так. Будет, будет. Не будет. А оно вот, видишь, чуть-чуть наросло. Ну, не чуть-чуть. У нас первый год так фасоль. Да. Потому что место выбрало нормальное. Всему, конечно, каждой культуре нужно свое место. Да. Не так, что между, не знаю, смешанные. Я, конечно, пробовала делать смешанные грядки. Ну, одно растет, второе заплетает, третье давит четвертым растением, поэтому каждому растению нужна свобода и свое место. Тогда будет толк. Вот. А смешанные грядки, ну, конечно, когда земли маловато, то человек можно... Человек все старается вроде посадить, все охота. Ну, у нас земли вон хватает, куда столько земли. Вот видите, огород. Уже перец сегодня родителям собрали. Баклажаны собрали, помидоры собрали, все уже собираем. Огурцы собрали, да. Морковка вроде как думали не будет, но ничего, наросла, хватит на морковочки. Вот, так что такие вот дела. Щавель вам надо тоже. Не знаю, или пусть уже щавель этот год, он молодой. Не надо щавель у нас. Пусть еще он есть. Уже на следующий год. Руккола вот пошла в цвет, но ничего. Срываем, обрываем листочки и на салатик. Да, руккола это вещь хорошая. Особенно для пищеварения. Кто страдает, извиняюсь за выражение. Вот, то хорошо. Ну все, собирай. Собираю. Собирай. Всем привет и всего самого хорошего. Вот видишь, пропустила. Мам, ну у тебя же не 4 глаза. Если бы что, у тебя на затылке 2 глаза было. Пропустила. Ну давай, осталось чуть-чуть. Ребят, сорвали вот переросшую уже всю зелень, но выкидывать не будем. Сейчас вот листики все отберем от стеблей и на салат. Милое дело. Здесь руккола, салат и шпинат. Вот. А это уже у нас молодая зелень. Это лист салата уже молодой. Вот. А эту вырвали, на это место посажу новый салатик. Рукколу, может быть, новую подсею уже. Ближе к концу лета будет новая зелень. Да, мамуська?
Сейчас мы с ней переберем все, и будет нам счастье, да? Да. Но. Перерастает быстро. Да. Не успевают съедать. Отец не успевает съедать. Я не успеваю. Он говорит, я вам что, козел, что ли? А сам любит зелень, да. Так что сейчас нам работа предстоит. Да? Что мы делаем с клубникой? Вот смотрите, помните, сажали мы с вами китайские огурцы. Никакие это не китайские. Китайцы обманули. Ну, обманули. Но очень вкусные, ребят. Сейчас вот надкушу. Прям сладкие. Ну, обманули. Вот видите, а в разрезе. Очень сладкие. Хочу показать. Видите, упал помидор. Ну, это такой помидор, который жиреет. Он цветет, а толком помидорок нету. Санек привез сегодня рубленную траву. Вот сейчас хотим засыпать клубнику. Мама ее обработала всю, срезала. Вот по рыкам. Хотим просыпать, потому что тут невероятная трава, как ее называют? Черепаш. Саня называет ее черепашьей травой. Вот, и она так... На, Саш, подержи огурец. Вот, видите, это газонная трава. Ну, вот, я думаю, что она все сорняки все съест. Это вот мама все срезала. Всю клубнику. Рассадила еще две грядки. Вот. Так что просыпаем все. Что, невкусный? Такие вот дела, ребятки. Сашонок, можно еще по капусте, если останется трава. А? Как ты думаешь? Вот она подсохнет и будет самое то. Так что вот имейте в виду, у кого газоны, вы счастливые люди. Просто тупо раскидывайте по рыкам. Она вся перепреет, перегорит. И потом даже вот поливать, когда поливаете. А уже кипяток тут. Да, будет сохраняться влага. Ребятки, перец хочу показать. Перец прям красавчик. Красавчик. Вот видите. Он должен быть либо оранжевый, либо желтый, либо красный. Такая красота. Прям хорошо его. Везде, на каждом кусту. Вот видите, баклажанчики. Спит. Там где-то полосатик. Вон сегодня все поваляло опять. Огурцы вон все. Надо опять подвязывать. Ветрище невозможный. Невозможный ветер. Вот снимаю вечером. Помидорки. Но вот эти вот белеют. Это вот самые последние помидоры. То, что мы сажали. Вот они тоже уже начали спеть потихоньку. Потихоньку, ребятки, все потихоньку. Но это радует. Картофан наш растет. Но подкапывали еще картошки, конечно. Маловастеньку. Вот. Да, мучнистая роса. Уже обрабатываю фитоспорином и всем, чем только можно. Но ничего, вроде как... Хотели убрать их, а потом думаем, зачем. Уже что будет, то будет. Потому что на каждом кустике помидоры.
Сейчас покажу. Вот вторая редиска. Подсеяла. Так что, наверное, в середине августа будем собирать урожай редиски. Ну, а цветочки сниму уже отдельно. Это вот новые розы. Такая вот оранжевая. Собрали родителям немножко с огорода. Зелень, руккола, шпинат. Целый пакет зелени будут. Делать салаты. Чесночок. Здесь хрен. Свекольные листья мама собрала. Ну, сегодня прореживала она свеклу. Там внизу, да, мам, меленькая свеколка. Внизу меленькая свеколка. Вот. Помидоры собрали. Такие красавчики. Кочанчик капусты. Перец. Перчик. Огурчики. Снизу там баклажаны. Сейчас покажу. Баклажанчики. Вот. Это начал спеть бычий лоб. Вот. Пару штук баклажанов. Но не буду судербанить все пакеты. Елок капусты. Здесь огурцы. Огурчики. Укропчик. Вот, ребятки. Все уже со своего огорода. Вот такие огородные гостинцы, выращенные мамой, мной и Саньком под чутким руководством отца. Да, мама, что ты смеешься? Под чутким руководством отца. Нас отдыхает, лежит. Все, сейчас будем кушать, да, плаварек. Все, короче, отдыхают. Муська отдыхает. Все, сейчас обедать. Ну вот, ребятки, наш обед. Плов на костре с баранинкой, помидоры розовые с маслом, дынька на десерт, огурчики малосольные и вот такая аджичка. Делаем трем помидор, чесночок, укропчик, солим. Для плова самое, что ни на есть, вкусная приправа. Но приятного аппетита. Спасибо. Мы без Санька, он на работе, мы сейчас будем обедать. Так что всем приятного аппетита.